Всех приветствую на моем YouTube-канале. Здравствуйте, дорогие друзья. Я нахожусь на ВДНХ. 10 часов утра, 8 декабря, пятница. Сегодня буду участвовать в одном проекте. Вот, ВДНХ, Буран знаменитый. Хожу, ищу павильон Атом. Вот, заодно сейчас вам покажу здесь красивые места. ВДНХ, выставка достижений народного хозяйства. Огромнейшая территория. И пока здесь что-то найдешь, замерзнешь нафиг. Холодно сегодня, однако. Транспорт СССР. Здесь какие-то павильоны красивые. Итак, ищем нужный нам павильон, который называется Атом. Наконец-то мы нашли этот Атом. Павильон. Замерзли, как собаки. Но нашли, самое главное. Идем работать. Ну что, друзья, мы нашли павильон Атом. Мы нашли Тимура Ведерникова. Я сейчас причесом себе намастырю. Здрасте. Тимур, расскажи, как твой проект называется? Значит, друзья мои, мы сейчас работаем над проектом «Музыка вместе». Деловой сразу такой сразу. Я, конечно, а как ты думал? «Музыка вместе». Вот, и я безумно рад, что с нами в нашем проекте наконец-таки примет участие, как сказал Андрей Малахов, лучший баянист нашей России. И я, честно говоря, с ним, в общем-то, согласен. Так вот, мы сейчас поработаем. И лучший гитарист нашей страны. Да. Тимур Ведерников. Ну, это уж. Короче, мы сейчас поработаем в студии немножечко, поймем, что мы играем, а потом пойдем на съемочную локацию, и там все это снимем и запишем. И получится у нас красота. Вот, проект «Музыка вместе». Дорогие подписчики Валерия, переходите ко мне тоже. Оставайтесь. Не переходите, а присоединяйтесь. Да. Так-то нет, конечно. Вот, потому что у нас много хорошего, а теперь еще и Валерыч. В общем, приступим. Давай. Вся страна играет и поет популярные песни, которые вы знаете, дорогие друзья. Никогда не забуду, если с ним подружим. Про нас песня, мы с тобой где подружим? В Москве. Тем более, эта песня, которая звучит, она была, помните фильм, как «Свинарка и пастух»? «Свинарка и пастух», конечно, да. И это было, собственно, на ВДНХ. Да, ВДНХ, где мы сейчас находимся. Все совпало. Это так. Очень ценно. Валерий, берите, пожалуйста. Давай, все. У нас творческий процесс во все идет. Вот микрофоны настраиваем, делаем. Тимурчик там работает, а я на гармошке играю. Дорогие друзья, нахожусь вот на ВДНХ и вспомнил, что мы с Валерием Михайловичем Калинкиным, царство небесное, написали замечательный гимн ВДНХ. «Ты наше достояние», ВДНХ называется, в исполнении краснознамен, дважды краснознамен в ансамбле песни «Пляски» имени Александрова. Он звучит трижды каждый божий день здесь. Можно его послушать из репродукторов, которые здесь расположены на территории выставки. Я очень рад, что и горжусь, что причастен к ВДНХ, к каким-то букам. В истории, так сказать, остался. Вот сзади меня Останкинская башня. И в далеком, я знаю, 1998, может быть, или в начале 2000-х мы написали песню. Останкинская башенка друзей к себе зовет. Останкинская башенка друзей к себе зовет. Вот такая была песня группы «Белый день». Вот. А я сейчас говорил про гимн ВДНХ, который мы написали с Валерием Михайловичем Калинкиным, который звучит каждый день, три раза в день на ВДНХ, по-моему, в 12 часов, в 15 и в 18 часов, из репродукторов, которые расположены на территории выставки. И я предлагаю вам послушать в исполнении ансамбля Александра и посмотреть вот этот клипчик, который мы сделали. История все-таки. Говорит Москва. Итак, первая публичная трансляция песни о ВДНХ. Да, слушай,
Три, два, один, пуск. Петров, не прячем головы. Ну что ж, очень приятно сниматься на видео у красивого оператора друга и почему-то еще талантливого под исполнение, первое публичное исполнение нашей песни. Прекрасно. В 1980 году я первый раз приехал в Москву. Это была Олимпиада 80. Теплоход, который шел по Волге из города Сызрани. Вот мы на нем приехали сюда, в Москву, на Северный речной вокзал. И самая первая экскурсия в Москве, это была для меня, это выставка достижений народного хозяйства. Представляете, сколько лет уже прошло, и знал ли я тогда, паренек из Сызрани, что оставлю свой след в истории, и мы с поэтом Валерием Калинкиным сочиним, можно сказать, такую гимн ВДНХ, да еще в таком исполнении. Просто счастье. Друзья, меня переполняют эмоции сегодня. Я самый счастливый человек на свете. Уважаемые друзья, сегодня очень хороший солнечный день, и в этот прекрасный солнечный день, юбилейный год ВДНХ, у нас производится презентация песни о ВДНХ, которую написали наши замечательные авторы Валерий Семин, Валерий Калинкин. Текст написал, стихи, и исполнил знаменитый, дважды краснознаменный хор имени Александрова. Очень хочется, чтобы эта песня была духом и символом ВДНХ и понравилась всем жителям и гостям нашей столицы. Большое спасибо. Буду говорить, может быть, высоким стилем, но я очень рад, что мы с тобой воспели не просто трудовую доблесть великой страны, а мы воспели сокровищницу этой доблести там, где она сосредоточена, сконцентрирована в экспонатах и павильонах. И просто нельзя без учащенного сердцебиения представить, как в далеком будущем, когда сюда придут дети наших детей, внуки наших внуков, правнуки наших правнуков, и я уверен, зазвучит вот эта песня. Повторяюсь, без учащенного сердцебиения мне, как одному из авторов, представить это просто невозможно. Не побоюсь самопохвал. Мы с тобой, товарищ снимающий эти кадры, мы с тобой молодцы. Ура! Спасибо. Я надеюсь, что те посетители, которые будут приходить сюда с семьями, с родными, с близкими, будут радоваться звучанию этой песни. И мы надеемся, что мы отразили всю суть ВДНХ, отразили всю мощь ВДНХ. Спасибо всем огромное, кто участвовал, кто помогал нам записывать эту песню. И хочу сказать, что, наверное, это будет великое событие для всей России, потому что у ВДНХ появилась своя песня, свой гимн. И мы очень гордимся тем, что именно ансамбль Александрова и исполнил эту песню. Сзади меня памятник Веры Мухиной, рабочей колхозницы. Это символы ВДНХ, а также бренд киностудии «Мосфильм», на которой записывался этот самый гимн. Ты наше достояние, ВДНХ. Очень горды, что и 80 лет назад вы открыли нашу выставку, вы исполнили «Интернационал», но не было тогда еще таких произведений. Да, еще не написано было. Да. Песня, да? И через 80 лет мы подтверждаем, наши уважаемые авторы написали такую патриотичную песню, она очень такая бодрая,
задорная, она людей сейчас с утра, она должна завести так вот, чтобы они маршировали, шли с таким чувством хорошим, настроением и смотрели все хорошее, прекрасное, что творится на нашей выставке. Петров не прячем головы, мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Есть уголок на севере Москвы, придешь сюда и обретаешь крылья. Как символ славных дел, как летопись времен, нетленные нашей памяти достойные. Здесь каждый экспонат, здесь каждый павильон, советская, российская история. На долгие года, на вечные века, ты наше достояние, ВДНХ. Нас никакие бури не согнут, нам на земле рабочий век отпущен. Отцов и дедов вдохновенный труд ветерам нам, живущим и грядущим. Как символ славных дел, как летопись времен, ветреты нашей памяти достойнее. Здесь каждый экспонат, здесь каждый павильон, советская, российская история. На долгие года, на вечные века, ты наше достояние, ВДНХ. Здесь каждый экспонат, здесь каждый павильон, советская, российская история. На долгие года, на вечные века, ты наше достояние, ВДНХ. На долгие года, на вечные века, ты наше достояние, ВДНХ. Сегодня, 25 октября 2019 года, здесь, на выставке достижений народного хозяйства, состоялось первое включение песни, которая называется «Ты наше достояние, ВДНХ». Музыку сочинил я, стихи Валерий Калинкин, и исполнил эту песню ансамбль Александрова. Знаете, я горжусь, что причастен к этому историческому моменту. Я счастливый человек. Я думаю, что пройдут годы, десятилетия, и наши внуки, правнуки вот так будут приходить на эту выставку, и эта песня будет звучать и поднимать у всех дух, настроение. Спасибо большое. Спасибо за то, что я живу на этой земле. Спасибо. До встречи на ВДНХ, дорогие друзья. Выезд в город. Я иду сейчас уже домой, чтобы переодеться и быстренько ехать на вокзал. Я сегодня вечером уезжаю в Вологду. Завтра встречаемся в городе Вологда на моем сольном концерте. Спасибо за ваши подписки, за ваши комментарии. Я вас люблю. Живую работаю для вас, дорогие мои друзья. Спасибо. Навеки ваш, Валера Семин. Пока.